Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. 2 марта у нас с вами стартует первое долгожданное событие «Божественное мастерство». Называется, фактически нам в игру вводят Марио. А почему именно первое? Потому что у нас есть, конечно, глобальное событие, но в целом именно среди обычных событий оно как раз-таки первое. Как вы знаете, Михуи у нас часто любят повторять, и иногда выходит патч вообще с событиями одинаковыми, которыми были совсем недавно, а тут уже у нас выходит абсолютно новое событие. Интересно то, что вы сами можете построить себе препятствия. Помогите гильдии искателей приключений исследовать странное подземелье. Выполните все задания, получите награды, камни истока, опыт героя, волшебную руду усиления, материалы повышения талантов и мору. Событие у нас с вами стартует со 2 по 21 марта, то есть чуть более 2 недель. Стоит отметить один фактор, то что других дат на другие события, по крайней мере, пока нету. В целом стоит отметить, что впереди нас должно ожидать еще одно событие, связанное с баром. На самом деле геймплей выглядит достаточно забавно. Кстати, вам в свое время нравилось Марио? Ну, если вы играли, конечно, в него. Я просто обожал в свое время играть. И подобная вещь, мне кажется, тут будет так очень хорошо вписываться. Самое интересное, что благодаря этому событию можно хорошо контактировать с своей аудиторией на стриме, тем самым создавать всевозможные себе испытания и проходить их. Я думаю, получится достаточно прикольно. Потому что подписчики иногда выдают просто неординарные мысли, и подстроиться под них достаточно сложно. Ранг приключений вам понадобится 28 и выше. Выполнить задание Архонтов, том 1, глава 3. Приближение новой звезды. В общем, ждем старта, потому что до него осталось пара дней. В эту среду мы как раз таки его и опробуем. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на группу, на канал, также на Discord. Увидимся на стримах. Пока-пока.